И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и это прохождение игры Assassin's Creed Syndicate. 20-я серия. Ну, ведь кое-кто загорелся. Кое-кто успешно устранен. И, пожалуй, я смотаюсь отсюда. Так, в прошлой серии мы остановились на миссии Джейкоба, очень... Ничего себе далеко миссия заявила. Ладно, давайте снова миссию Джейкоба. Так, очень короткую миссию, и прошли еще три второстепенные, очистили очень много территории вот в этом районе. Собственно, как видите, здесь территория очищена от всякого мусора тамплиерского. И, в общем, все вроде как хорошо. Так, я не знаю, там же, по идее, я уже не стал за этим следить, либо этого реально не было. Но, по идее, давали за каждую второстепенную по одному очку. Да, вроде бы давали, а вроде бы и нет. Я не особо что-то уже следил. Но, в общем, нам нужно выполнить это задание. И, может быть, тогда нам точно дадут еще одно очко, и будет вообще классно. По идее, повысим левел до 6. И еще у нас 12 тысяч есть, и тогда... И, то есть, при этом мы должны явно закупиться хорошо. Ну, в общем, планы есть, есть. На самом деле, эту игру изи проходить. Думал, будет намного сложнее. Ну, ассасины этим отличались, что... Ну, как? Не отличались они этим, но вот и в их есть, что, типа, не нужно качаться по миллион раз. О, в смысле, в второстепенной миссии проходить в миллионном количестве. Чтобы добиться результатов. Почему ты на него агришься, коп? Коп! Коп, меня убивают! Слышь, коп! Да я тебя за язык на фонаре повешу, ясно? Коп, 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 коп. Коп, на меня агрится. Сделайте что-нибудь. Да, посвятите свисток. Все, спасибо. Я могу побежать дальше. Ох ты ж, ох ты ж. Что вы все такие... Часть 6. Тайная церемония. Если бы знать, какой груз, я бы отследил его до получателя. А это мысль, Фредди. И у меня даже нет идей, что я должен делать буду. Ну вот я и на месте, Доки. Так, уходи. Где же ящики, предназначенные для мистера Пултоса? Заходите посмотреть, что у меня сегодня нового. Найдите контрабандное оружие, окей. Ну, тут недалеко бежать. На самом деле, мне кажется, опять будет мега какая-нибудь короткая миссия. И что-то там просвечивает. Да нет, что-то как-то в текстурах что-то красное просвечивало. Окей, найти, обыскать. У нас посетитель! Что ж... Девятый левел? Ничего себе, слушайте, они все такие высокоуровневые. Так, человек здесь, который был, ушел куда-то. Где же ты, мистер? Черт. Рассказывай, что у тебя? Двигай отсюда, не то я подвину.
Кто там такой дерзкий? Ну, блин, ну ты либо отворачивайся, либо иди сюда. Все, молодец. А, я совсем забыл здесь, что можно свистеть. Долг теперь не отдаст. Да они у вас есть должники, что ли? Всегда говорят, что кто-то долг не отдаст, когда умирает кто-то. Офигеть, как же я от него спрятался. Тут уже желтой полосы нету. Просто на изях. Вот эту миссию за Иви бы. Чай. Не сейчас. Чай. Ну да, тогда чай был вроде мега редким. И вообще ценным напитком, да. Это галлюциогенный дротик. Что в тебя вселилось? Тебе здоровье не жалко? Я тебя разорву. Сейчас поймаю. Вот и все. Так, обыскать. А, 18. Какие же вы богатые, ребята. Маг зимовым дымовых бомб. Ну да. Черт, да где оно? Не что здесь. Тоже чай. А почему всегда вот в этом ассоциении я нахожу то, что мне нужно именно третьим, то есть из трех. Самым последним. Я что, такое невезучий, или это они специально сделали? Либо тут пути самые сложные. А, ё-моё, я думал, здесь будет какой-то другой проход. Ладно, давайте сверху попробуем. Если не так высоко, по идее, можно убить. Ну или сделать прыжок веры. Хороший вариант тоже. Разомнемся. Ты не уйдешь. Думает, что не достану, а зря. Та-та-та. Бегайте, бегайте, высматривайте меня. Так зачем вам это? Так, давайте посмотрим, еще что-нибудь нет, только вот эти три дауна. Черт со мной, окей. Да ё-моё, давай уже. Ладно, давай я тебя так убью. Ничего себе, ты жесткий па. Так вот ты 7-го левела. Знаешь что, я пошутил. Я не сильнее как раз таки. Сильнее здесь ты, я более стелс. Че ты, это кому? Что он вообще делал? Стоял какую-то стоял, смотрел стенку и говорил, сэр, погодите минутку. Это он мне, что ли, говорил? Запретная зона. Да и классика, когда я всех зачищал, запретная зона автоматически становилась незапретной. Ну а тут я всех убил и... Ну, печально, на самом деле, что здесь такого нету. Остается только ждать, пока их заберут. Ладно.
ящики беречь. Случится что, не расплатитесь. Не лопни статуги, мы в курсе. Ладно, больше повторять не буду. Жаль, что горло тут не промочить. Выследить? Ну ладно. Следуйте за грузом. Там еще где-то была надпись такая проскочила. Что-то быстро очень проскочила наш. Приближаться нельзя. В общем-то, чтобы постараться быть незамеченным, да, именно что постараться, я не знаю, вроде никакая не второстепенная миссия. В общем, странно, странно. А, черт. О, отлично. Ладно, езжай. Мы за тобой присмотрим. Тише! Не гони! И... То есть таймер такой, если я не смотрю на груз. Логично, блин. Не подбирать слишком близко. Ну хорошо, Грин, хорошо. Небось, ухлёстывает за Иви. Хорошо, хорошо. Удачи. Да ё-моё, вы так глупо сделали, Юбики. Ну вы могли бы сделать так, чтобы я был рядом с ней, именно я не должен был бы смотреть за этой тупой каретой. Ё-моё. Вот это слишком далеко, окей, я должен за ней смотреть. Все, теперь это тоже не работает. О май гад. О, классно. Так, а что теперь? Ох, ничего себе. Нифига себе. Многовато. Чувачков. Крысы. Я знаю, что здесь чувак стоит. Допустим, плевать. Да. Все хорошо. Да. Ведите меня к Плутосу. Ведите меня к кому? К Плутосу? К какому Плутосу? Так, ну теперь, кстати, он один. Я думаю, ему будет сложнее меня... Чисто теоретически выследить, потому что он должен смотреть на дорогу, а не по сторонам. Вдвоем-то туда, тут без вопросов они могли бы меня на изях, так сказать, увидеть, да. Но не один. Боже, ты по вывескам так классишь. По идее, они бы отвалились уже в наше время, если бы было это. А, черт, опять слишком далеко. Ладно, можно побежать пешочком. Все равно немедленно еду. Только в чем проблема, если бежать пешочком, то она... быстрее. Да, ребят! Да, ребят! Да ну! О, май факинг гад! А, так вот, я думал, все, миссия будет провалена, а тут это вот что как. Ну что ж, можно полутаться. А вот это уже плохо. Можно полутаться, блин. Ну сказал, я сказал, да. Ну что ж, вот это мне нравится. Это уже посложнее миссия. Ну да. По идее, не должно мне это нравиться, но пусть мне это будет нравиться.
Такой простой ассасин. Интересно, в какой точке буду? Понял. Так они поедут вот туда. Знаете, сразу кокни меня. Ну, в общем-то, будем на шагу впереди. Вот именно здесь я и начал отставать. Так что будем бежать наперед. Пытаться. Ох ты ж, ничего себе. Вот это вот хороший. Да, хороший момент. Меня к Плутосу. По-моему, я даун. Немножко. Да, я тогда помню, здесь я тогда остановился, но это как раз так я думал, что все хорошо, они... Боже, вот сейчас я тупанул. Я уже забыл маршрут вначале, но я прямо сейчас его вспомнил. Как раз таки уже поздно я его вспомнил. Боже, по-моему, сейчас еще все хуже будет только лишь. Потому что я был самонадеянный и думал, что я такой умный и знаю, куда она поедет. Да, было глупо. Ну ничего страшного, вроде как-то догоняем мы ее. О, да, тем более я на тот дом переместился, на который нужно. Ну догоняем, но это все равно слишком далеко. Блин, сделайте мне, пожалуйста, эту дичь. Да, отлично. Фак. Так, пожалуйста. Не нужно, блин. Ну блин. Все, это конец? Это конец гейма. Ох, так, значит, вначале не фейлить нужно. Угу. Блин, это все сложно. Это как они поменялись, было легче. Ладно, что ж. Я думаю, с третьего раза у меня получится это сделать. Ну, блин, ну, сейчас, если меня опять телепортируют... А, да, меня опять телепортировали сюда. Ладно. Так, и этот уже я, правда, опять-таки забылся. Ё-моё, какой же глупый. Так, может, где-то сюда она тут где-то должна развернуться, как я помню, и поехать обратно, или как? А, да, она уже вот здесь развернулась. Окей. Налево, да, налево. Да, она под этим поездом. Да ё-моё, давай, прыгай. Прыгай, я опять все упускаю. Как же мне бомбит. Давайте, я опять цель слишком далеко. Ну блин, для веса 70 метров это уже норма, это слишком далеко. Так, тут она сейчас должна повернуть направо, насколько я помню. Угу, слава богу. Да, я помню это место, но тут она пойти по этому повернет налево, и тут я уже зафейлюсь мега.
Снова-таки. Так, нужно искать сюда. Мне нужно, наверное, сюда, а не сюда. А, ладно, только сюда можно. Так, 80 метров, черт, сейчас будет, однако, 100. Так, осталось 10 секунд. Все, ГГ. Так, как здесь делать-то? Блин, без понятия. Это пиздец, что-то. Зачем вообще ее следовать за ней? Ну, блин. Ой, все просто. Не туда еще и пошел, скорее всего, она мне сейчас, знаете, типа такая выследит. Не, слава богу. Какие? Давайте сразу. Она вот он поедет где-то сюда, налево, и, в общем-то, где-то здесь вот поедет, повернет. Ничего себе. Крысы. Сундук какой-то. Да, ведите меня к Плутосу. Да вы что, наркоманы, что ли? Боже мой. Так, пожалуй, это последний раз, когда я снимаю с момента вот с этого начала. В следующий раз я сниму уже тогда, когда я это допройду все-таки. Я думаю, у меня тут получится сделать не еще даже 3 попытки, правда. Это ужас. Это так просто кабздец. Боже мой, как же это сложно. Почему это так сложно? Бежать за ней тоже не получится. Так, окей, налево повернёт. Ну тут-то ладно, тут-то легко уже не проследовать. Ведите меня к Плутосу. И то я тут начал отставать уже. Окей, я иду наравне с ним. Но сейчас он повернет направо или куда, я не помню. Но, в общем-то, повернет и все. Да я уже медленнее его. Что-то говорить, куда ему поворачивать? Даже поворачивать никуда не надо. Да ё-моё, я просто дефективный. Ну вот, ну он просто быстрее меня намного. Ну, то есть как, если я, естественно, буду умно вот это делать по КД, допустим, вот сюда, да? Вот туда, вот. Допустим. До сюда вот доберусь. Сразу же туда. Может быть, и что-нибудь получится, но я не думаю, правда. Если он сейчас повернет направо, то все, это ГГ. Если он сейчас повернет налево, он повернул налево, слава богу, то может быть, мне сейчас еще что-нибудь да удастся. Нет, все, это ГГ. Ладно, может быть, это еще не ГГ. Прямо сейчас я его все-таки так и найду.
А, все. Ну что ж, увидимся, когда я это пройду, блин. Итак, я продолжаю серию. Да, я не закончил, как и обещал, но только сейчас до меня дошла гениальнейшая идея. Сесть экипаж и выследить его с земли. Ё-моё. Боже, я столько летал, бегал. Какой же я был глупый. Столько экипажей было снизу. Я просто такой увидел экипаж, подумал и... Боже, меня осенило. Ну что ж, можно его повысадить. Вообще не напрягаюсь. Кто тут хорошая девочка? Ты. Все, 10 из 10. Все как обычно. Мистер Топенни открывает хранилище, мы выносим деньги и оставляем на складе. И осторожнее. К Банку Англии. Но... Десять из десяти. Окей, одна единица навыка. То, что я и хотел. Так, ну, у Джейкоба я восстановление... А, вот это у меня у Иви будет 4, у Джейкоба у меня все-таки 2. Ну ладно, что ж, Иви. И у нас 15к, лол, найс. Иви... Иви может сеть двое больше ножей. Ее носи... ножи наносят существенно больше урона противнику. Ура! Ножи, да. Все, вообще сейчас будем мега с ножами такие, Иви. Просто ужас ходячий такой. Есть работенка? Есть работенка. Да, работа есть, пожалуй. Попрощаться, потому что эту миссию снимал всю серию. Боже мой, какой же я глупый. Хотя, по идее, игра не задумывала то, чтобы я взял экипаж, но все-таки я для своего паркура уровня, да, в Ассасине, вижу это единственный способ. Ну, в общем-то, он единственный и помог мне. Ладно, ребят, что же вам говорю, спасибо за просмотр, с вами был Денис, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока и до новых встреч. What the fuck?